замчать. Да. Послушай, снимать плакату вот мешает. Нужно ножовку повалить вот этот большой куст, он далеко идет. Вот этот? Вот, которая самая полезная, вот это вот, да. Угу. Так, подожди, сейчас я это принесу. А куда ты думаешь? Там взять. Там ножовка есть? Есть. Там в сенях, по-моему, брат, висит на гвозде. Пока ничего не выключай. Выключи пока. А как ты, ты знаешь, как выключать? Снимать оттуда надо с той стороны, чтобы было видно людей. Не знаю. Наверное, не включайте не пока, там и так уже. Там да, да, скорее всего, сюда. Так интересно. Нет, Константин, что-то... Слушай, это экстрим. А снизу так не кажется, да? Нет, не даже маленько. Ой, какая... Там еще хорошо то, что вниз не можешь посмотреть, все закрыто. Сестры бегут, думаю, сейчас залезу там. Ой, сестра, они... Они там сейчас позацепляются, их лучше не пускать туда. Виктор Николаевич, залез вот туда, вот, смотри. Там на гитаре играл, не можешь. Слушай, что? Скажи. Сестра! Ему-то тоже бы не надо, конечно. Владимира-то зачем отпустили? Запомните, я не зову, ничего разрешил только. Владимиру-то нежелательно было. Я вот старше вас, я все время лажу туда. Георгий, под страхой там, брат. Посмотри там за Владимиром Иннокентичем. Тут сломается просто, я перелетела. Я боюсь заломать. Я уже где только не летала. Страшно, Константин. Далеко гляжу. Не страшно? Селфи сделай. Селфи. Вот еще смелые двое идут. Сейчас проверим, какие не мы. Не страшно? Проверим, какие мы смелые. Насколько.
Что, можем лезть или подождем, пока они сойдут? Они сейчас сойдут, и потом вы полезете. Вам еще надо двоих было? По 4 человека. А там сколько? 4. А нет, 3, по-моему. А Игнатий Тихонович там? Да, да. Он там встречает всех. Неизвестно, как колесо. Можно по нему сказать. Нет, я думаю, тут даже вообще можно было как бы... Это такая ситуация. Угу. Наверное, что-то поднять. Вот домик бы на такой высоте себе сделать, да? Домик. Ох, страшно. Боишься высоты? Я высоты боюсь. Ты? Я даже не понял ничего, потому что там нет возможности вниз посмотреть. Ты просто наверх смотришь и не страшно тебе. А, ну когда вниз просто, смотреть, тогда не страшно. Там видишь везде ограничения какие-то, ничего не видно. Я бывает какой-то ролик увидишь там, где он по небоскребам там прыгает. Ну. У меня прям сразу вот этот пот, да, такой в ложках. Страшно. Привычка нужна для этого. Там все на ладан дышит. Все вот эти лестницы на проволочках. Одно утешает Игнатий Тихонович, что залазит спокойно. Вот тут он. Владимир Иннокентич, как метеор туда залетел. Маленький, долдавенький Владимир Иннокентич. Ага. Да. Шустрый такой, только смотрю, уже там. Да, да. Я не ожидал от него. Я ему еще говорю, не лезьте. Вот этот самый, вот этот тяжелый момент. Вот этот? Вот этот, да. А там дальше уже все это. Видишь, везде барьеры, перила. Можно залезать. А? Можно залезать. Да, они спускаются, вот, и это. А нет, четверо там. Павел там, оказывается, еще. Вам еще двоих надо. Ты со всеми будет залезать. Он ждет. И он там ждет, будет наверху. Он ждет. Не, вот это. Это, скажи еще двое, двое. Игнатий Тихонович, еще двое хотят залезть. Все, слазь. Смотри, на руку наступит сейчас. Ладно. Ну он не слышит просто, он не понял тебя. Ну, ладно. Два я не настаиваю. Хотят. Николай Сироткин. Николай Сироткин. Шайте со спины. Не было. Ну ладно, мы не. Не надо. Все. Не были. Да не что надо. Что такое? За вас переживает. Все закрыто. Закрыто. Что нервы тревать? Ну, Игнатий Тихонович строгий, просто вас не было, он же сказал, да, сразу. Нам Вячеслав отправил сейчас. Uh-huh. Ты пойдешь? Я говорю, а что? Он говорит, ну, кто не был, можно слазить. Вот, а он же как сказал, даже не переодеваться и сразу сюда. Uh-huh. Он же в этом плане строгий. Все, не надо. Не страшно было, Владимир Анкенович? Страшно? Нет? Высоты не боитесь? А то вы больно шустро зашли, только здесь уже смотрю, уже наверх. Видите, лестницу убирают. Почему? Чтобы хорьки не смогли. Это вот только это убирается, а другие лестницы, они так остаются. А вот это вот железное дно. Да, чтобы ни мыши, никто не смогли там, да. Я помню ролик, где он все это объяснял, да? Разъяснял. Я не видел. Это там кто идет? Специальный железный лист такой. Не наш? Это местный тоже. А, местный. Thank you.
Никого? Нет, никого нет. Он был там, был, только не сегодня, да, был он там. Подстраховывая это, Павел. Все, слава Богу. Аллилуйя. Спаси Христос, Игнатий Тихонович. А. Спаси Христос вас. Ну видишь, как делали мы. Вон они, да, голуби летают. Уходим отсюда скорее. А то не застудится. Сегодня хорошо. Ну ты чё? Вот такую погоду и дрова нужно порубить. Да, просто потаскать. Ветерочек, все. Да. Ну сегодня воскресенье. Там полуденный зной. Даже встать, ходить. С такими озерами не страшно. Ну да, спасибо. Я подъеду. Раз умеришь. А в этот раз, может, поближе будет? Чё, можно переодеваться? Тогда, так туда. Надо это, братья, убраться у нас будет перед уездом. Единственное, что с матрасами делать? Вешать. Все? Или... Все, кто уезжает. Нет, дело в том, что там вот снизу какие-то матрасы. Там, ну, да, были. Вот, двойные. Да, что с ними делать, с нижними? Висеть. Все они должны висеть, да? Все, все. Иначе мышки ням-ням-ням. Не будет это делать. Подвешивать для чего? Чтобы они не достали. А если прыгнет, побудет, побудет. Белка, и все. Она не прыгнет. Вешать для того, чтобы мыши не сожрали. Иначе так. Они любят. Вот. Грешки найдут. И там есть. Вот. И мешки есть. Я который поснимал, там положил, лежат. Ну там может не хватить. Все, туда сейчас пойдем убираться. Надо время сейчас сколько? 12:25. Надо... А, у нас ужин? Ой, за обед? Или только сейчас был обед? Сейчас трапеза была. Ну ладно, наверное, тогда в 3 часа, наверное, будем обедать. Где-то. У нас есть сейчас время. Сейчас собираться надо, коробки свои. Мы коробок набрали. А что-то народу мало стало. Да есть где-то. Так, ну что, братья, давайте пойдем прибираться там. Все подвешивать, все вещи, которые у нас там есть. Может, где выпадет что? Может, да, и найдется. Пойдем там собираться. А, ты же остаешься? Да. Ты уже готов, чтобы вешать, да? Нет, да, сейчас развешать. Мы переоденемся. Ну собираем. Тогда где ты видел эти, возьми. Да, я там возьму, все, сейчас я так и делаю. А на подоконнике, там в мешке, чтобы их слоханом. Пожалуйста.
спать хотела? Хотела. А я флешку обрекал. Что ты так сидишь? Ёлка зеленая. Одну обретоком, а другую вещи с обретом. Максим, а ты можешь сбегать, взять там диктофон? Видел, как выглядит у меня? Такой черненький. Ну, черненький такой лежит там на столе справа у нас. Вот. Технический в кармане сегодня. Ну, прям ходишь вот так. И там стол стоит вдоль окна. Прям на краю стола вот так вот здесь лежит этот черненький диктофончик такой. В теории, сестре. Где, нет, прямо проходишь дальше. В основном вот эта девчичка. Мне нужно оттуда маленькую флешку вынуть. И сюда скопируешь, что там есть. Если ты хочешь, ходи, не хочешь, ходи. Что творите? Нет, я остаюсь. Ты хочешь меня осталось? Кто остается из вас там? Кто остается? Ну скажи, это мужчина, на тебе сегодня говорит. Кто остается? Кто? Ты, Николай. Кто еще? Иван. И... Кто еще? Зеленый. Какой майки? Какой это деньги? Николай. О! Егора! Николушка мой, дорогой, чего поздравляю тебя с крещением, с принятием Христа. Да, прости меня за все. Ну, люблю что я тебя, люблю. Ну, давай, ответь мне на вопрос. Ты слышал, что меня сажают за стол. Зачем ты влезла еще теперь? Ответь, один вопрос мой. Вот ты слышал, что меня сажают. Знаете, Христа, садятся за стол только новокрещенные и там... И меня позвал до этого еще. Ну вот он так сказал. И меня позвал, лично. Держи так, чтобы... Так, а ты слышал, что брат меня зовёт? Я очень все равно говоришь. Ну все, я сказал, ты меня не послушал. Я тебя послушал. Молодец, я так люблю. Не сложи, пожалуйста. Только сиденье обратно. Постарайся. Сиденье. Не видно слова. Сейчас, дай секунду, подожди. Я поставлю копируйся и сразу пойду. Ну так. О! Знакомая кепка. Благодарю. Но тут без можно без нее ходить нам. Поэтому. Ну и этот пригодится. Мне главное ее не забыть.
В Москве. В Москве. Забыли шкепку, тебе в Москву пошли. Да. Да нет, это останется, если ты думаешь. Останется? Ну да, кому. Да, если думаешь. Ну да. Так, ну-ка. Не хочет открываться. Брат Николай, мне как всегда с вами посоветоваться, ладно? Вы скоро станете так моим духовником. Что там происходит? Посоветоваться надо, как всегда. Что ты ворчишь там? Ты ворчишь там сейчас? Про яйца что-то, потом ворчала? Нет, ну шутим. Оказалось. А что тебе Елена ждет-то? Мы шутим. Елена меня ждет? Ну, есть. 32. Брат, мы тут это, так смешно собираемся, что невероятно. Так, все, никаких советов, я отошел пока. Не, не сейчас, в общем, да. Не прямо сейчас. Thank you.
Завтра уедешь?
Штаны нашлись. Так, вот. А хозяина-то нашли? Штаны-то нашлись. Так мы уже тут оказались. А как они там оказались? Я расспрашивал, может, в каком-то месте раздевался? Нет. Мешки у меня лежат, и вот так вот раз их, они под мешками. Так я это не зачем? А где он, хозяин-то? Матрасы они вешают. Благодарим тебя. За что? Вот за все, да я же тебе говорю, за все такая радость. Вот. О, ну конечно. Аллилуйя. Так, ну тебе надо сказать, чтобы там все подвешено. Они вешают, и вешают. И у вас везде надо, вы тоже остаетесь? Ну и я. Тоже уезжаете? Вместе, да. А кто остается? И сестер? Расправить. И сестер кто остается? Наталья остается. Надо матрасы-то поднять, ее как положено. Что ты чем будешь? Ну, слава Богу. Значит, он там перед. А он, да, он не прав был. Володя, скажите, чтобы везде с матрасами садили, пока люди здесь. Там занимаются. А матрасы куда поднимаются? К потолку. Нашли штаны-то? Нашли? Нашли. Слава Богу. Зачем тебе заходить-то? Ну, что придумала?